Всем привет, ребята! Ну что, давайте сегодня маленько еще так помаракуем, что-нибудь поделаем. По факту видите, да, все нормально, все хорошо. Вот передо мной лежит диск, профиль, сварочный аппарат. Все металлическое, да, все надо резать, варить. В общем, что хотим сделать? Популярностью пользуются диски, да, которые востаны прям, ну, прям честно, все там ваш пищат. А почему бы не сделать такую, ну, скажем так, небольшую реплику на эти диски, только все это дело сделать из штамповки и посмотреть, как все это дело будет выглядеть. А на самом деле очень даже так интересно должно получиться после того, как все это дело сварится и покрасится. Ну, отличия должны быть минимальные, поэтому давайте все это дело быстренько нарежем, наварим, зачистим, покрасим и посмотрим. Погнали! Запортовали, все хорошо, отлично. Ну и теперь, конечно же, хочется его крутнуть вот здесь на балансировочном, посмотреть, что у нас из этого получилось. Сейчас я его крутану. Так, что у нас получается? 7. Ну, поехали. Есть. А, небольшие такие неровности. А, но в любом случае, блин, ну, что, ну самовар, он и в Африке самовар. Все это варено на коленке. А, все это так, на глаз. Можно, конечно, его отбалансировать. Я думаю, без проблем. Там уже напротив стали груза появляться, это уже плохо. О! Отлично! Все, пойдет. Ну тут я уже, честно, добивать не буду, потому что смысла нету, что там, 5-0. Да, ну его нафиг. В общем, отбалансировалось хорошо, видели все замечательно. Есть грузики, ну их... Нормально, на самоваре так и должно быть, меньше здесь не приделаешь. В общем, короче, снимаем его отсюда, ставим на тачку и поехали, погоняем. Погнали. А, ну вот что получилось у нас в результате. Смотрите, вот такой вот диск. Вот реально после покраски, после
обработки, то есть, ну, когда его зачистили, покрасили. Вот кто скажет, что это штамповка? Вот реально смотришь, и вот правда, это не видно, что это металлический диск. Такое ощущение, что он, ну, это хорошее восковское литье. Правильно? Правильно. Поэтому, что нужно сделать? 5 спиц, да, сваренные из квадратного профиля, ну, из прямоугольной трубы. Вот нагрузку, я думаю, они держать будут просто обалденную. Поэтому, в общем, короче, поехали, потестим их. Погнали. Четенько, прям аккуратненько. Ничего не бьет, не прыгает. Так, в зеркало я его увижу. Увижу. Вообще все отлично. Замечательно. Молодцы. Пацаны, вообще сделали четко все. Умеете, могете просто. Прям на изи. Приехал, значит, ребят, в бокс, все отлично, все здорово, реально разгонялся быстро, никаких, еще раз, никаких ни биений, никаких ни вибраций, ничего нету, сварено все четенько, аккуратно, просто замечательно, знаешь, едешь и все равно, ну, я не сказал, если стояли все четыре в круг, доедешь, радуешься, а знаете почему? Ну, опять же, это, скажем так, на мой вкус и... Ребятам тут у нас не всем, но многим нравится. Просто, ну, вот такие диски на таком автомобиле, тем более в таком цвете, черный, как бы, типа, с хромом, смотрится, ну, просто обалденно. Никогда не думал, что формат вот такого литья может подойти именно вот на 201 кузов. Но выглядит, ну, реально круто. Уже задумываемся на тему, а не сделать бы еще три таких диска и поставить все в круг. И просто, ну... И просто, в принципе, можно на них ездить. Потому что, по факту, вот такая штамповка, ну, самовар, самоваренный, абсолютно ничем не отличается от литья. Конечно, если подойти тут, ага, вот здесь зачищали, то да. Но буквально ты делаешь шаг от автомобиля, и все, и этого ничего не видно. И кажется, что это реально настоящий восон. Трубу вот эту, если будете делать, возьмите толстостенную. Желательно, чтобы она выдерживала хорошие нагрузки. Ну и, конечно же, не забывайте, что это самовар. Это самоваренное, поэтому гонять на этом шибко быстро не стоит. В общем, все супер, все хорошо. Ребят, а у меня на этом все, так что смотрите нас что-нибудь, предлагайте, обязательно пишите свои комментарии, ставьте вот такие лайки. Ну все, пока.